В Оренбурге вспышка энтеровирусных инфекций. Заболели уже 24 ребенка. Случаи заражения зарегистрированы в Осетеевском районе, Бузлуке, Новотроицке и Оренбурге. Кроме того, в областном центре зарегистрированы новые случаи заражения вирусным менингитом. В детском саду номер 125, который находится на проспекте Гагарина, заболели двое малышей. Сейчас дети находятся в больнице. Эту информацию сегодня нам подтвердила начальник управления образования Нина Гордеева. Также, как сообщалось ранее, энтеровирусный менингит диагностировали у троих воспитанников детского сада номер 177 на улице Мусы-Джалили. Уже известно, что дети заразились от сотрудника учреждения. Сейчас и взрослый носитель, и маленькие пациенты уже чувствуют себя лучше. Двое детей дома в хорошем состоянии, третий пока в больнице, но потому что есть определенный промежуток времени, когда нужно наблюдать за состоянием здоровья этого ребенка. Он в стабильном, хорошем, нормальном состоянии. По рекомендации Роспотребнадзора в дошкольных учреждениях ввели особые меры безопасности. Главная задача работников – своевременно выявить возможных больных и предотвратить распространение инфекций. Мы убрали все игрушки, весь мягкий инвентарь, потому что он трудно подлежит обработке. Мы увеличили количество санитарных обработок помещений, игрушек всех оставшихся. Ужесточили утренний фильтр.